Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень-очень хорошую квартирку в суперской локации в районе Тоснур. Недалеко от моря, недалеко от речки. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. 2+1. 2 балкона, 1 санузел, 2 спальни. Квартира под ключ. Заезжай и живи. Возьмите самый чемодан. И личные вещи. Кое-что надо докупить. Так. Яблочко, кто хочет. А, это искусственный, но натурально похож. Вот, квартирка. С 3 стороны. Восток, север, запад. Здесь такой балкончик есть, бассейн, открытая территория, зона барбекю. Айда 300 лир. Застекленный большой балкон. И вид с квартиры также есть на речку, чтобы понимали. Квартирка. Цена 137 500 евро. Таких цен не осталось. Звоните, не упускайте эту квартиру. Она вот-вот должна тоже уйти. Сегодня вышла на продажу. День-два. Максимум улетит. У кого деньги в Алании, звоните. Значит, накопительная система бойлер фирмы Вайланд. Демельдокю. Ухоженный санузел. Квартира после европейца. Бош-стиральная машинка. Так. Место, локация, все супер. Показывать не буду, дорогие зрители. Так что звоните. Первая спальня. Здесь прихожая. Установлен шкаф. Квадратных метров здесь как минимум 95. Вторая спальня. Спальня как минимум 15 квадратных метров это. Другая как минимум 11,5-12,5 между ними. Вот такая спальня. Здесь второй балкончик. Вид на соседнее здание. С этой комнаты. Здесь сторона западная. Сырости никакой нету. Я везде посмотрел. Чистенькая квартира. Как сказал, заезжай и живи. Этаж второй от земли. Неплохой этаж. Еще раз покажу. Проекту где-то 18 лет. Как сказал, есть бассейн, огромная территория, ухоженный сад, управляющая компания. Даже если через 20 лет или 15 лет снесут этот проект, вам построят новостройку в суперской локации района Тоснур. Подходит под ВНЖ. Гостиная, кухня хорошая расположена, планировка удачная. Что мне еще сказать? Диванчик покажу. Есть лифт, все работает. Ухоженный. Все, звоните, дорогие зрители, покупайте эту недвижимость, а то она уйдет. +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Тоснур. Здесь песчаный пляж, подземный проход и вся важная инфраструктура в шаговой доступности.